Сегодня у нас три рецепта. То есть есть для телят, для дойных и для сухостойных коров. Талон ньобденса корму цех даштан воюна. Но мечер и несес зеленонин. Имыш бункер яс, кукуруза, час, ид, коляс ясула. Тур ядна позже и микроэлемент да сорас яс. Ставсе посне для машина. Дальше уже подъезжает кормосмеситель. Воде сычаво кырым соралан машина, сие чукартеснен кучемка сорас. Чилос, щенаш, турун, во и пукте комбикорм ставыс торя лыден. Киен ужалане эча, а йолыс бур. Бурач йов соттам весна омас, кыкшурс кыжет вон заводитес купедны кормоцех. Аж нас не обысны строючан материал яс, удитесны дончавтеч. Стройба купедем была мунус воуч унжек, тая кадын чочи эмбур чукартесны. В первую очередь необходимость. Тая была зевнен колана, а чочи гуща мып. Ветлам уна рощияте гырыш омас ясы, и сэны быдан ленем ас завод. Ная концентрат яс ознюбны. Быдан тождыше пемас яслан джони джалан юлыш, и гыгырван мытаджи и кола, мытаджи бурджек и быть кола строитны ас цех. Нюбденца умасыш щурук яс, дон ялыс нанин кырым, а зилищ яс оздебны радлун. Хозяйство развивается. Умас миян сывма, ферма строитым со таяс, а ыны кырым даштан цех и водже кутам уджавны. Менім тая юнашылым вылавуа, и эм уж водже вылы, том юзлы, куды окотите зильны, налы луасаны уджит. Эмашнин кырым даштан инлан ас нюбашыш яс. Талун республикаса дас умас соттыны, кырткараса комбикорм асланыс пемыс яс вылыга. Комбикорм, пусть не в гранулированном виде, он расходится по предприятиям республики. Комбикорм пашкала омыс ясы, що мы со стурмами ян, а вооны и ставлы оцалам. Вочам кырым и нуаны вочасын. Ыны со эмнен куим щонёр заявка, войвылы. Вичущаны кор суфтас печора, меднуны миялыш комбикорм, юзго гырваны, логистика, и мы таджи дон тамчык. Цех вочасын верма даштыны куим тонна кырым, но артма эти тоннана. Ос тырмы кучам щура эмбур, тая шуам гранулятор. Кола соттыны и би щетам. Кык ямызда шань шо куман киловаттыч. А нышта на его помощь удитны бочны вычема комин чертификат.